Кандидаты на пост главы государства активно работают в регионах. Так, в конце февраля в Новосибирск планирует приехать Борис Титов. Кроме встречи с избирателями, в крупных городах открывают и предвыборные штабы кандидатов. Сегодня в Новосибирске заработал предвыборный штаб кандидата на пост президента России Бориса Титова. Доверенными лицами кандидата стали старший научный сотрудник Института экономики Организации промышленного производства «Соран» Ольга Валиева, замдиректор ГПНТБ Антон Веселов и предприниматели Александр Рябкин, Олег Киселев и Артем Пулатов. Как и в других подобных представительствах, здесь ждут не только тех, кто поддерживает кандидата. Сторонники Титова проводят семинары, мастер-классы, круглые столы. Сегодня состоялось открытие штаба. Мы активно привлекаем людей для обсуждения самых злободневных вопросов, которые связаны с индивидуальным предпринимательством. Конкретно мы обсуждаем и ИП, и ООО, как ведет себя, да, как проходить те или иные пороги, что мешает нам, да, сегодня, например, заседание круглого стола состоялось по проблемам налогообложения и пенсионному фонду, как это влияет на индивидуальное предпринимательство. Вот, собственно говоря, будем проводить дальше круглые столы, обсуждать реальные злободневные темы. В предвыборном штабе кандидата Титова продвигают программу, получившую название «Стратегия роста». Задача на местах – предложить региональную повестку, в которой будут идеи по улучшению местного бизнес-климата. Стратегия роста охватывает очень многие сферы, в том числе и финансовую сферу, и сферу промышленности, да, и производства. Она затрагивает сферу строительства и доступности ипотеки. А вот самое главное, она помогает понять, каким образом достичь качественного экономического роста у нас в стране. Вот эта программа мне близка. Программу составляли вот, в том числе и основатель нашего института Абылгезович Аганбегян. Вот, и по очень многим позициям, в общем-то, мы согласны, да, и готовы работать дальше над этой стратегией, в том числе помогая Борису Титову. Предвыборный штаб кандидата Титова расположился по адресу улица Советская, дом 19. Андрей Баев, Константин Менин, новости ОТС.